На саммите подрались. Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Приоритет стоят бабки. Это как подойти к условной девушке, которая тебе понравилась. Это вторая часть интервью с Айсбергом. В первой мы поговорили про его резкие высказывания, обсудили, что вообще происходит с Flight to Moon и что Богдан собирается делать по жизни. Но это был далеко не весь эпик. У тебя же бар вроде был в Киеве. Да, да я его продал. А что случилось-то? Не пошло? Если вкратце, то просто... Не хотелось этим заниматься. Ага, то есть, ну, типа, вре не хотел на это время тратить, правильно я понимаю? Да-да, можно это так сказать. То есть, можно было сделать все там и так далее, но <coughs> выбрал второй вариант. Ничего такого. А? Чё говоришь? Подожди секунду, меня тут просто грабят. Так, отправить войска. Угу. Что тут еще? Улучшить храм Одина. Так, надо бы тут немножко соклановцам помочь что еще? Ага, делики. Ух, да тут дел не в проворот. Ну чё, прикольно выглядит. Ты тоже всегда мечтал строить город и грабить караваны прямо с телефона. Ну так а чё ты тогда ждешь? Быстренько ныряй в описании по ссылочке и качай викинги война кланов. Викинги это военно экономическая стратегия. Тут ты одновременно развиваешь и снаряжаешь своего героя, строишь город и армию, а также изучаешь разные технологии, вроде строительства или шаманских заклинаний. Ну и уже по традиции плюшки от разработчиков. Скачай викингов по моей ссылочке в описании, прокачай дворец до максимального уровня и ты выиграешь iPhone, iPad или MacBook Pro за первые три места в конкурсе. Итоги конкурса будут подведены 3 июля кстати мой ник в игре морф дизайнер но предупреждаю я если что нубас в викингах но зато я не такой уж нубас в создании контента известно стало недавно что маша гунина выходит замуж за ноуфира no это мы уже переходим на другую тему значит и это тот самый ноуфир no который стал в общем-то причиной развала Винстрайк в сентябре этого года что ты об этом думаешь ну это как минимум неожиданно для меня, но если они счастливы и любят друг друга, это же прекрасно. То, то есть в сентябре ничего такого не было, ты не замечал там, чтобы она заходила в его спальню там, когда вы расходились после игр? Нет, да, да если бы даже видел, скорее всего я бы не отвечал на такой вопрос, потому что это уже личное дело каждого, это их. Там... В общем, я бы туда не лез, как минимум. Так я не знал, не замечал, возможно даже и не хотел замечать, не знаю. Но Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Так, хорошо. Тогда вернемся, собственно, к той ситуации. То есть, ты как вообще считаешь, она как менеджер могла объективно решать проблемы команды? Решать те проблемы, которые есть, я не знаю. Ну, если честно, думаю, что нет. Слишком тяжело. Команды, команды, они на самом деле не подпускают вообще к себе никого. Ни менеджеров. Ну, то есть должен, должен быть огромный кредит доверия, чтобы тебя выслушали в команде, если ты сам не играешь в доту. И тут типа приходит какой-то менеджер и будет говорить, так, ребята, давайте вместе жить дружно, все хорошо. Так не получится. Потому что дотеры, ну и вообще все люди по-своему эгоистичные. Тем более, когда мы там играем в доту, побеждаем и так далее. И нас приходит учить какой-то условный человек, который вообще не понимает, что это в доте. То есть, получается, менеджер он как бы не решает вот эти внутренние проблемы состава. Менеджер это тот, кто должен сделать так, чтобы ты вообще не переживал ни по каким поводам, кроме как игры в доту хороший менеджер, в моем понимании, это человек, который просто сделает все, чтобы ты пришел, и тебе было в конце дня, даже если ты проиграл серию, он, ты не подумал ни на секунду, что тебе было плохо играть. Хорошо, как насчет? Вот многие начали обвинять Гудину, она перешла в Альянс, и оттуда сразу кикнули двух человек. Ты как считаешь, вообще она к этому причастна, или это типа к менеджеру не имеет отношения? Вот такие вот истории. Ну, я не знаю, кто это пишет. Я думаю, что, скорее всего, рофлят с этой херни. Ну, это полный бред. Я знаю примерно, что там произошло и как. Все-таки S4 вернулся. Это человек, который выиграл International за команду Alliance. Так что не думаю, что Гунина вообще как-то бы решила. Да, я не уверен, что ее вообще учитывали за голос в тот момент. Окей, okay, тогда последний вопрос по тому составу с ноуфиром. No Ты как бы раньше в интервью говорил, что там постоянно возникали какие-то споры, и вообще чуть ли не там в грубой форме вы там матом друг на друга. Вот. А как, так, как, как вообще это допускалось? То есть что, организация никак не вмешивалась? Просто типа, ну пусть команда существует, как существует? Понимаешь, они знали, потому что ну, менеджер докладывает. Очевидно, что менеджер это человек, который еще и связующее звено между командами и организациями. Есть примеры, там, где условные Винкс на саммите подрались условно, а через месяц они уже выиграли интернешнл. А у mm -hmm. нас не было физического рукоприкладства, а всего лишь спора. Ну, может, и в очень грубой форме, но в споры все равно. Подожди, а про Винкс, это откуда инфа, что прям физически они там подрались? Инфа от источников, которые были на самом турнире. Ага, понятно. Вот это инсайды, гайс. Кстати, отлично, что ты упомянул. Недавно как раз я снял ролик про Винкс. Вот тут вот ссылочку оставлю, гайс. Вот, посмотрите обязательно про историю Винкс. Горячая тема, точнее она уже так подостыла, пока кое-кто переносил на неделю интервью. Ну, простите. Вот. Но, но тем не менее, э, горячая тема э, стримеров против студий. Вот Вилат рассказал, что, мол, такой вот инсайдик влил: мол, тебе разрешили постримить лейпцик мейджор. Разрешили это, конечно, громко сказано. Но потом ты нарушил слово, потому что цитата: дали побольше стимул. Нет, дали просто бабки. Ну, это и есть побольше стимул то есть бабок больше. Естественно. Бабки. Но главный стимул что я могу сидеть дома. Никуда не ехать, ничего там... Вот, условно, были, были турниры, условно, на которых я приезжал на студию Майнкаста в 3 часа ночи, в 4 часа ночи. Там должен был сидеть до 6 вечера и ехать домой. Просто истощенный, я не знаю, изнеможение, при этом я не мог играть в доту вообще. Ну, я игрок, мне надо играть в доту. Когда я еду на какую-то студию, я трачу там абсолютно целый день. А дома... Посмотрел игры, причем для меня посмотреть игры ⁇ это отлично, тем более со своей колокольни, когда я сам смотрю игру, сам могу перемещать мышку, смотреть на карту, смотреть что-либо происходит и учиться чему-то. Это плюс мне. И после этого я иду, играю в паблики, играю в КВ, еще что-либо делаю для себя. Если иду на студию, я не могу физически потом играть в Доту, потому что я уставший. Просто не могу. По сути, получается так, что договариваться даже с вами смысла нет. Когда получается проще со мной дома остаться и самому стримить. Да. так? Я сейчас, как ты заметил, последний месяц минимально стримил. Вот минимально. Я даже не помню, чтобы я стримил какие-то турниры и так далее. Ну, то есть ага. сейчас я полностью погружен в Доту. То есть, когда не было турниров, когда нас не звали, да, я стримил там часто турниры, потому что было много свободного времени. Сейчас у меня там условно 2-3 параллельно турнира, и, конечно же, я не буду этим заниматься. Ну, как, mm -hmm. буду, но очень мало. А как же слово? Ты вроде как типа пообещал, что больше не будешь, или ты не обещал. Ну, давай я даже зайду. Может, я ошибся. Тупой, забыл. A few moments later. обещание того что я не буду стримить <свы> турнира не было но вот только что я пролисал переписку и такого не не было. Опять же, guys, все, кто смотрит, проверить это, то есть никто переписку там частную открывать не будет. Я то... ничего не буду открывать. Если кто-то, mm -hmm. вот одна из сторон захочет что-то открыть, я в любом случае не буду открывать. Они подумали, что если они точно так же напишут, напишут твоему товарищу Шадовеху, он точно так же скажет, да-да, я не буду стримить, а потом нарушит слово. То есть они посчитали, что из-за того случая договариваться дальше с Шадовехом смысла нет. Это первый момент. Ну, Второй это момент. показывает их усколобость. Это единственное, что я могу сказать. Ты ничего не теряешь, ты ничего не теряешь. Это как подойти к условной девушке, которая тебе понравилась, да? Вот ты подойдешь, ты ничего не потеряешь от того, что ты у нее спросишь просто. Вот задашь ей простой вопрос. В такой ситуации, окей. Okay. А теперь представь ситуацию, что тебе надо что-нибудь такое с ноуфиром обсудить. Вот лично тебе. О, я смогу к нему подойти. Даже его искренне ненавижу, если мне придется. Да, в любом случае, хорошо, ты знаешь, такой человек. Но далеко не все готовы к этому. Это их проблема. Это эгоизм. Ну, конечно, типа. А как это называть? Если ты не можешь элементарный вопрос задать: у тебя есть все ресурсы, чтобы написать: Привет, не хочешь постримить сами турнир. Одно предложение: один ответ. Как Шадовек говорил в таком что-то стиле. Типа, вот зовите в аналитику, как на ВиПлей, тогда я не буду значит, стримить эти турниры. Это вообще получается какой. Это получается шантаж какой-то. Типа так каждый проигрок скажет: зовите в аналитику, иначе я сяду. Стримить". Альтернатива, в моем понимании. Это альтернатива, потому что он может заниматься. У него есть выбор. Понимаешь? И у Менкас есть выбор. Плохо, когда нет mm -hmm. выбора ни у кого. А тут есть выбор и у тех, и у других. Можно прийти к общему. Знаменателю. По поводу вообще позиции вот Вилата и Кайла насчет эксклюзивности. Речь эксклюзивности в том, что когда спонсор приходит и хочет эксклюзивности, он хочет полной эксклюзивности. То есть за это... Идите в в то там где есть эксклюзивность здесь эксклюзивности вы не найдете потому что Dota это свободная игра ты можешь mm -hmm. нажать стрим нажать watch game и все и неважно у тебя есть реклама или нету я могу без рекламы это стримить вот я видел последние там цитата Вилата ну хорошо стримьте только без рекламы ну а тебе то что от этого назови хоть один вид спорта или киберспорта кроме Dota где эта система с эксклюзивностью не работает. Еще раз повторяю, правила создаются, ну хорошо, давайте приведу аналогию. Были страны, не помню точно какая страна, в которой был закон о том, что дети какое-либо грубое правонарушение, либо просто преступление они бы не сделали, они не сядут в тюрьму. Детей брали и учили их быть киллерами, потому что их не могли посадить. Вот пока Вальвы я к тому это веду, что пока Valve не запретят смотреть Доту, ну, через Доту, все так и продолжится. И неважно, какие будут споры. Вот НС по этому поводу написал. Это знаешь, мы такие, ну, инфоповод, типа, поговорили люди. Я понял, я понял. Вот, то, что мы сейчас делаем, это цирк. Ну, мы, для меня это нормально, потому что я клоун, я стример, там, <с вот эта вот вся херня. Я не нарушаю закон. Ну, и называть меня пиратом тоже, ну... Ну, то есть они хотят, могут называть, как бы, но от этого... Ну, конечно, это как Ян сказал, там, виплей и так далее. А ты, кстати, суд Марфа по твоей ситуации с Майнкастом смотрел, когда они тебе страйки выписали? Во-первых, ты взял суд Российской Федерации, там, если я не ошибаюсь, да? В твоем конкретном случае да. Но в украинском мне тоже все написали. То есть в украинском все тоже похоже работает, Конечно, ну, то есть... Да. Ну, вперед, пусть подают в суд. Ну, есть главный аргумент ко всему этому. Дота свободно. Ты можешь делать что угодно. Я не захожу на их трансляцию и не ворую их трансляцию. Mm. Вот и все. То есть, то есть, ты считаешь, что в реальном суде как бы у них шансов нет, правильно я понимаю? Я не знаю, я не адвокат и не могу полностью сказать тебе все то, что написано, например, да? Я знаю, а сколько стоит есть... иски подавать, понимаешь? Они потратят больше ресурсов на это, чем... Да-да-да, в этом плане я немножко согласен, потому что как убытки посчитать? Тут это не все так просто. То есть, допустим, если они подадут на тебя в суд, то надо будет доказывать, сколько они там от рекламы потенциально потеряли. А но... им это не надо, снова же, у них же есть куча спонсоров. Это же еще с налогами связано тоже, понимаешь? Надо в декларации показывать, ну чтобы посчитать убытки, как ты mm -hmm. говоришь. Чтобы посчитать убытки, надо изначально знать, сколько зарабатывают. Это придется уже, ну уже на всеобщее ну, понятно, Открываться, открываться, так ну сказать. конечно, придется открыть э, свои карты. Вилат предлагает э, стримить по реплею. Почему вы этого не делаете? Почему вы стримите в лаве ну одновременно со студией? Ну, потому что людям интересно это в лайве посмотреть. Ну, это как знаешь, идти. Ну, есть люди, которые готовы заплатить деньги или просто чтобы посмотреть премьеру в тот же день, когда игра идет. Ну, то есть, ага. или фильм, как в тот же день, когда он выходит. Ну, это абсолютно нормально. Потому что в большинстве случаев люди нетерпеливы. Они не умеют ждать реплей. Я бы, например, кетча бы не смотрел. А, вот. Ага, а если, допустим, задержка 10 минут или 15. Так у нас в большинстве случаев задержка и стоит такая примерно. Ну, у меня были 5, 5 минут, например. Не, 5 это не 15. Ну, как бы можно это... и 10, можно и 10 поставить. Ну, папа не оставил 10. И что, это мешало ему собирать 60 тысяч зрителей? Чё, Просто я в этом не Нет. вижу смысла задержку ставить, потому что, ну, снова же, ты теряешь часть людей, которые, например, ставят, или еще что-то. Ну, я что тоже смотрю со стороны того, чтобы как минимум я должен а первое в первую очередь с таких я делаю ну что я делаю я зарабатываю деньги, а потом уже делаю контент вот для меня всегда в таких вещах в приоритет стоят бабки допустим maincast внутри доты ну valve делают такой интерфейс и внутри доты maincast добавляет своих спонсоров и когда вы смотрите этот реплей, они как бы на экране у вас отображаются. Ну, оверлейчики. Эти да? спон спонсора тоже неплохо. Ну, может, потом у меня И мнение изменится, заранее скажу. А Сейчас я готов. Сейчас. бы я готов, был бы... такое стримить. Ну что, как тебе мнение айсберга? Пиши в комментах. И кстати, послушай его еще пару секунд. бадян фигни не посоветую. Подписывайтесь на канал Марфа, пишите комментарии, ждите новых видосиков. До встречи на ринге. <с1> <свят> Я не знаю.